Мы заехали в чудненькую кафешку под названием «Космос». Очень даже интересный вариант. Столы со каменной столешкой. Очень красивое место. Правда, сейчас не знаю, что мы покушаем тут, но есть музей народного творчества. Марина Николаевна, вам бы его посмотреть. Очень было бы интересно. Вот. Пока народ там разбирается, что заказывать, я вот тут вот решила немножечко зацепить эти красоты. Ну, как везде, олива, олива, олива. Здесь дом выложен из камня. И типа мозаики. Вон водопадик. Здесь мы немножко поднялись от моря. Хотели на берег моря, но не получилось. Вот. Вот такая беседка здесь идет. Вот такие столбы. Вот крыша у нее. Здесь все рублено из камня. Типа коники. Что-то в виде памятника национального. Здесь идет вот у нас такой фонтанчик своеобразный. Вот он, фонтанчик. Дальше двор пошел. Это я задний двор, как бы получается, захватила. Это вот дерево. Висит здесь. Над фонтанчиком висит корень дерева. Вот он подвешен. Вот он подвешен. Ой, здесь тянется лиана. И вот это он таким вариантом интересным. Композиция такая. Вот оно вот так вот. Папоротник. А вот это олива. Значит, вот вам хочу показать. Вот это завяз оливы. Вот она начинает ее, она созревает к ноябрю месяцу. А вот это у нас кактус. Они тут вообще все повернуты на кактусе. Это тоже здесь такое, выложено из камня. Вот стол. Вот такое интересное кафешку мы забрели. У меня сразу что-то настрой упал, когда мы долго не могли найти, потому что-то у нас сегодня день как-то. А тут очень мило.